Большая часть югорских спортсменов уже прибыли на Олимпиаду в Токио. В состав национальных сборных команд России вошли 11 участников из Югры. Игры состоятся с 23 июля по 8 августа. Среди участников ртовчанин Альберт Батыргазиев, мастер спорта международного класса по боксу. Ватерполистка Анна Тимофеева, пловцы Анна Егорова, Анастасия Гуженкова и Илья Дружинин, тхэквондист Максим Храмцов, борцы Заурбек Седаков и Артур Найфонов, волейболисты Артем Вольвич и Игорь Кобзарь. На своей странице в Инстаграм губернатор Югры отметила: это наша югорская команда победителей всероссийских и международных соревнований. Болеем за наших.